И всем привет, дорогие друзья, с вами Денис. И геймер. Нет. Да, именно так. И мы играем в Майнплекс, я не знаю, что это вообще, я здесь впервые. Это режим ворования овец. Правила можно объяснить? Извольте мне, пожалуйста, объяснить правила. Есть четыре стороны, четыре цвета, которые воюют между собой. Ну как воюют? В середине спавнятся овечки, которых надо воровать и приводить вот сюда. Эти четыре стороны — это желтые, зеленые, синие и красные. Кто больше стырит овечек, тот победил. Слушай, а как их воровать? А, на седло, с помощью седла. Берешь седло в руки и нажимаешь на... Блин. Подожди, мать. Имею в виду, если тебя ударят или выстрелят в тебя и попадут, то твоя овечка просто с тебя спадает. А, подожди, куда ее нести? Вот сюда. О-о-о-о. Вот так вот. Одно очко есть. О, круто. Также можно тырить у других сторон. Вот голубой пришел, голубой пришел. Мочи голубых, мочи голубых. А. Вот так вот. Голубые вообще охренели. Так, я пойду воровать у голубых. А, ну, нет, таких там слишком много, не буду рисковать. А! Где наша овечка? У нас расстреляли овечку, чёрт. А, у нас 0 очков, чёрт. Вот барыги. За ними, наверное, по... Её на подушке расположили. Чё он идёт к нам воровать овечку? У нас же её нету, типа. Ага, а чё? О, лол, меня убили и всё. Нет, ты сейчас ещё возродишься. А-а, 8 секунд. А чёрт, а чё, а чё, блин. А, фак! Не бей меня по моей пухлой заднице. А, ну давай, ты вообще здесь тащишь или как? Ну знаешь, как тебе сказать, меня сейчас убьют, так что... Я сейчас со Спарты! А я не тащу. А я сдох. Так, тишина. Ах, ладно. Все, я серьезный, как Леонид. Именно так. Ты серьезен. О, слушай, а может быть грин, да не читеры? У них только что было 0 очков и сразу же стало 3. Ну, знаешь, в Майнкрафте читерить на Майнплексе это как-то, ну знаешь, невозможно. А, ну хорошо. Это за Спарту, за спичер. А, лол, я 1 очко принес. Вот. Типа круто. Круто. Как? Значит, у голубых 5, у желтых 3, у зеленых 3, а у красных 1. Сейчас мы исправим эту несправедливость. Нифига себе, там у голубых туса. Oh, everybody dance. Я попытался одну украсть, но потом понял то, что меня просто там убьют. А, да, все на меня столчились. Что они такие? Что ты охренел? Ой, я желтого убил, йоу. Вообще молодец. У нас одна овечка, мы рулим. Всё, охраняем одну овечку. Я пошел ворвать у голубых, как раз тут никого нету. Не шиша. Черт, нет, ну нет же. Ну как, ну нет же, ну блин. Черт. О, Red 2, круто. А, ты че это, блин? Желтый вообще бандит. Ну даже одну овечку стырить нельзя. Ага, чёрт. Нельзя. Они наши овечки сорвали. Голубые тоже. Вообще охренел. Вообще борзый. Ты чё, вообще офигел? Мочи его. Так вот. Эй, чувак. У нас 0 овечек. Жёлтый говнюк, иди сюда. Жёлтый самый мой нелюбимый цвет. Да, они типа крутые. Жёлтые. Не, зелёные круче. А, чёрт. Я беспалево стырил овечку. Я беспалевно стырил овечку. Ня-ня-ня. Красава. Ай, черт. Давай. Блин, я думал, мы будем первыми. Ты вообще борзый. Сейчас мы его подкрысим. Подкрысим, как батьки. Здесь мои мышки не слышно. Да ладно, в принципе, как-то. Ай, черт. Так, я стрелюсь. И у нас 3 овечки. Ай, лол, меня убили. Ай, черт. А, все продули.
Ну, мы хоть, у нас хотя бы 3 овечки, а не 0, как было в начале игры. Вот, видно. Ну, больше обидно. Че, еще один раунд? Ну, гол. Гол? Так, давай за голубых. Голубые. Голубая вот звезда. Слушай, а че... А, слушай, мне... А, да, все. Все, я уже, типа, в голубой. Знаешь, как это звучало? Ну, голубая Тима. Синяя, то есть, да, так будет лучше. Да, так будет лучше. Эх, я думаю, по время... Почему так долго? Я думаю, пока что будем ждать, можно на паузу поставить. Ну да. Не. А там он есть. Так, он сейчас начнем. А тем временем мы продолжаем. Ага. Алло. Мы про... Ох, Нет. Это другая карта или та же? Да, нет, та же. Это вообще просто... не только одна карта. А, ну ладно. А, за. Воруй овечку. Овечка. Воруй, круши, убивай. А, у меня белая овечка. Я ее тащу. Тащишь белую овечку? А! Меня это просто... Это, знаешь, это избиение младенца. Да, именно так. Пойду ворвать у красных. Так, чё, давай. Это бравое дело. Где овечки? Овечка. Да! Не убивайте! А, зеленый наглый. Зеленый говно. А чёрт. Овечка. Красная овечка. Красная. Голубая звезда. А чёрт. Чёрт, слушай, синий этого, то есть зеленый. Вообще офигели. Зелёный, ты ощущаешь, офигели? Да, вот я. Чёрт. Слушай, лучник красного мне бить. Я его сниму. Охренел. А, чёрт. Эх, все-таки меня добили. Желтые своровали все овечки у красных. Красавчики, только это почему-то у них у обоих по нулям. А сейчас желтые принесут. А, да, точно, тут же надо ее нести еще. Ага. Так, ладно, сейчас все будет шикарно. Ай, черт, меня спалили. Я тут килы набиваю, короче. Ай, черт, не сдох. А, окей, я понял, что... Пока что мы лидируем. Так, а ты вообще где? Я на середине. На середине? Если ты на середине, то... Так, надо что-то... Я овечку тащу. Лол, давай! О, у нас 4. Давай, Россия, давай! Ёпта! Что такое? Ничего не пристрелили. Вообще плохие. Прихоры мне стрелять. Блин. Слушай, а у лучника это, блин. Че, еще меч есть? Это же вообще читерский. Он деревянный меч. А у меня топор железный, это намного круче. А, да кто-то меня пишет постоянно. Давай, ты появляйся, овечка, что-то так долго. Так, сейчас, так, секундочку. Ах, лол, мы выиграем. 6. Нифига, мы тащим на синих. Мы очень сильно тащим. Мы как батьки. Да. Так, красный, вообще наглый красный. Так, хары мне писать в скайп. Чувак. Ох, лол, красный, это, наша овечка ворует. А я у них овечка. А чё? Чёрт. Нифига, ну, слушай, он сразу 3 овечки своровал, это нормально? Да. Он медленно шел, потому что еще. Так, я вообще все наглые. Нифига. Спасай овечек, чёрт. Спасай овечек. А-а-а. У нас... Подожди, у нас 4 овечки. Сейчас. Ах, чёрт. Ну ладно. Мы батьки, всё, мы не тащим. Именно. Время нагибать. Все, а буду на середине ждать. Так, паркур. Всё, паркур сейчас. Ай, чёрт. 3, 2, 1. Бугага. Не ждал? Я не понял. Чё-то я не понял намека. У нас стырили овечек, прикинь. Что? У нас овечек стырили, я их спас. Ох, лол. Стырил у красных одну овечку. Батька. Всё.
Yeah. Слушай, там у них это какой-то... А, нет, мне показалось, там у них чувак на дереве. Со мной в рукопашную очень, даже, знаешь, бесполезно сражаться. Я батька в рукопашную. Блин, мы выигрываем. Блин, ну как печально, мы выигрываем. Именно. Вообще печалька. Блин, знаешь, когда вот ты сдох, вот сейчас вот, летать над этой картой было вообще прикольно. Ну да, именно. Ты посмотри на это стадо. Овец. Ага. Представь, сейчас их всех одеть. Сейчас попробую всех одеть. А, блин, нельзя. Ай, лол, я донесу эту овцу. Она... Знаешь, что со мной тебе глаза закрывает? Вот, короче, когда стоишь овечку, ты нажми на F5, вроде, да, на F5. Я на тебя глаза закрываю своими ногами. Ну, норм. Это прикольно выглядит. А-за-за. За-за-за-за. Ну, думаю, последний раунд можно сыграть еще. Ну да, еще один раунд, там, все круто. Все няхш. Так, за кого будем сейчас команда? Да, за зеленых. Зеленые. Да, сейчас. Зеленые руки. А, нет, слушай, мне надо нажимать. А, вот, все, теперь я уже в тиме. Сейчас мы будем нагибать всех. Слушай, а че, 2000 геймов, нифига себе. А у меня сколько? 1923, черт. А-за-за. Ну ладно. Так, пауза. Да, именно пауза. Где здесь часы? Я должен увидеть. Ох, 47, нет. Нужна пауза. Нет, я... А, 35. Короче, ладно, пауза. Ну, всё, я, короче, снял с паузы. Ага, сейчас. Всё, продолжаем. Последний раунд, можно заканчивать. Ага. Зелёный спавнится здесь. А, окей, я, кстати, тебя вижу, и твой скин показывается. Пират. Пират. Там, ну, сейчас как-то вспомню. Слушай, а здесь от высоты можно умереть? Чего? От высоты. Вроде как можно. А-за-за, какой замес на середине. Пошел отсюда, это моя овеца. Овеца. О. Я же говорю, что это моя овца. А-за-за, черт, ну блин, на последнем издыхании, ну черт. А фиг мой, моя овечка. Ты что, вообще борзый, а? Вообще борзый. Моя все. Это тут вы еще хранили? Да блин! За. А ну пошли вон, моя овца. А чувака мочу, он слишком борзый. Да они голубые все борзые. Я только что пытался у них овечку отжать. А прикол вообще, знаешь, что ты спокойно идешь, да, по улице, идут походят, то есть тебе гопник или овечка есть, на. Сиги есть, на. Мобила есть, на. А если есть, все мое. Так, ладно. Лё, чёрт, я тут типа ПВП. Я вижу твой ПВП. Я танчу за тебя. Давай. Хрена, сколько их здесь? Нифига, жёлтые. Здесь очень, они очень борзые. Тут вообще... А, чёрт, борзые, ладно. Свины. Место лучника как можно подальше от жёлтых. Это как место женщины на кухне. Ага. Не издевайся, пока я должен что-то разобраться. What the fuck? Блин, как? Слушай, меня при... Либо я упал, когда делал даблджамп, либо что? Даблджамп? А тут вообще как даблджамп делать? Ну, топориком там нажимаешь, там, правой кнопкой мыши все дела. Он какой-то так себе. Так, ремесленник пилить. А ну кто? А, тащим овцу, черт. А за это ты их слуг, там не такой вот, шикарный. Донесу! Я свою овцу. А за. Почему здесь убийство не считается, а? У нас голубые воруют овец. А, блин, печаль, беда. А, печалька.
Ну-ка, надо проспектейтить это все дело. Блин, у нас ноль овец. Нет, они все их порастащили. Ай, все, я возродился. Знаешь, такой летаю, возрождаюсь в камень просто такой. Смотрю. Овечка моя, овечка, пошел отсюда, голубой говнюк. Ну, пошел отсюда. Ага. А, овечка, прости, не хотел. Черт, я тащу. Нет, я уже не тащу больше. Блин, слушай, чувак, а реально? Это реально жестко. Блин, я сейчас почему-то мне показалось, что эти голубые, они в это алмазной броне. Черт, ну я убил какого-то чувака. Блин, было бы прикольно, если бы у каждой стороны было бы какую-нибудь способность. Круто. Я бы задолбал. А, лол. Слушай, одна и две минуты, да, осталось? То есть не одна и две, а одна там... Короче, одна минута, все. 11 секунд. 10. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Да-да. Мочи его! Замочил его. Овечка-то вообще ногу голубые. А, чёрт. Тырю овечку, всё, тырим овечку. Ай, слушай, давай, беги. Красава. Уля! Одно очко. Сейчас ещё одно заработаем. Я тащу ещё одно, и твои тоже задолбали. Моя овечка. А вы тут... Ай, меня убили. Меня голубые слушают. Чёрт, там этот снайпер бесит. Они все снайперы грёбаные. Дядь Кемпер. Овечка моя! Что себе? Вот так вот. Хотя бы два овечка. Два очка будет, да? Давай! Ас, их двое, нечестно. Все, мы продули, короче. Черт. Я тут думаю, что я никого не могу мочить. Я думаю, пора прощаться уже, да? Да. Давай. И на этом мы вам говорим. Если впервые подписывайтесь на канал, ставьте лайки, там, зовите друзей. А с вами был Денис. И геймер много. Да, слушай, как эта игра называется? В смысле, режим? Да. Выравнивание овец. Да, по-английски это... не знаю. А вот написано. Select time. О, нет, не... Google переводчик в помощь. Короче, выравнивание овец. Всем пока.